как и где получить жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для ребенка. Что делать, если они не выдаются вовремя? С этими вопросами в редакцию Стерлитамакского телевидения обратилась Лариса Степанова. В Министерстве здравоохранения нам пояснили, для того, чтобы получить необходимое лекарство, нужно обратиться к участковому врачу, который выпишет больному рецепт на получение лекарственного препарата. Выдается он в этот же день в аптеке. Если в момент обращения препарат отсутствует, рецепт все равно выписывается на отсроченное обслуживание, которое осуществляется в течение 10 дней. Если же лечащий врач не выписывает рецепт, следует обратиться к руководителю лечебного заведения или позвонить по телефону горячей линии Минздрава. Сотрудники Министерства здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи дают разъяснение по телефону горячей линии 218-00-53. До 17 часов сотрудники министерства и круглосуточно все телефонные обращения граждан записываются и передаются нам на следующий день службой чрезвычайных ситуаций. Лариса Степанова стала претендентом на денежный приз в размере от 500 до 1500 рублей. Если вы хотите заработать, присылайте фото, видео или информационный повод на электронный адрес stv-info@bk.ru. Напоминаем, итоги конкурса подводятся в конце месяца.